Утро субботы. На центральной площади царит веселье. Дети в предвкушении поездки. Родители судорожно перебирают в голове, все ли положили. Многие впервые едут в летний лагерь. Илья – смелый мальчик. Говорит, ему совсем не страшно, даже наоборот. Ждал поездку с нетерпением. Первый раз ребенка младшего отправляете в лагерь? Малыш, да. Он первый раз, дочка уже четвертый. Скажи, что ты ждешь в этом году от поездки в лагерь? Веселье. Новых знакомств, друзей. Летние каникулы Вера традиционно проводит вдали от дома. Это лето не исключение. Девочка рассказывает, со многими ребятами из других лагерей общается до сих пор. Еще 80 детей в возрасте от 7 до 12 лет отправятся в лагерь «Алмаз». Перед началом путешествия обязательная проверка документов и медосмотр. Кстати, все ребята, как и педагоги с вожатыми, в обязательном порядке сдавали анализ на ковид. Я думаю, что безграничное количество интересных мероприятий, впечатлений получат наши ребята. Но самое главное, они приобретут определенный социальный опыт, потому что всегда вот это вот 3 недели в лагере – это маленькая жизнь, которая потом в будущем будет вспоминаться нашим детям и, как мне кажется, и сыграет определенную роль в их судьбе. Педагоги и вожатые подготовили для ребят увлекательную программу. Игры, мастер-классы, прогулки на свежем воздухе, фестивали и концерты – все как обычно, но есть маленькое исключение. В этом году родительские дни отменены. Наблюдать за своими детьми мама и папы могут через видеотрансляцию на официальном сайте лагеря. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».